Красный путинизм – это красный путинизм. Красный путинизм богат на ярких представителей. Но в последнем пункте мы соберем тех, кто либо рангом не вышел, либо мы их подробнее разбирали в других роликах, либо их время уже, к счастью, ушло. В конце 2018-го, начале 2019-го наделало шума наше видео про Сергея Кургиняна и его движение «Суть времени». Многие тогда смеялись и офигевали над вскрывшимися для широкой аудитории мистическими практиками в секте Сергея Ервандыча и темой про четвертый этаж. Но, наверное, главным все же является то, что Кургинян, заявляя о том, что не поддерживает политику Путина, по сути ее поддерживает. Ведь всегда в решающие моменты «Суть времени» оказывалась на стороне действующей власти. Так же, как и Гоблин, как и Попов, как и прочие, Кургинян в занятном единодушии с полубезумным Роджерсом заявляет про послание Путина Федеральному собранию как начало революции сверху. Вот буквально практически в одних и тех же словах, будто по одной методичке. Хотя, конечно, если бы Путин решительнее отмежевался от Запада с геями и лесбиянками, то Ервандыч бы вообще решительно встал бы на его сторону. Надо сказать о провале проекта вхождения в Запад. Как угодно, но от первого лица. Надо сказать, был проект, он был долгим. Мы хотели, с одной стороны, как бы возникло яростное нежелание Запада, а с другой стороны, этот Запад стал так меняться, что в этот Запад там, гомосексуализма, лесбиянства, разрушения семей, какого-то, бог знает какого хаоса, мы уже и не хотим. Мы понимали Запад как классические ценности буржуазной, серьезной семьи, так сказать, морали, церкви и всего прочего. Мы в этот Запад не хотим, он не наш. Вот когда это будет сказано ясно главой государства, я скажу, вот этот курс я поддерживаю. Впрочем, что там Путин? Если бы в России был нормальный фашизм, то Кургинян поддержал бы и его. Потом глава «Сути времени» забавно оправдывался, что эта фраза была чисто гипотетической, а в России просто не может быть фашизма, а значит и поддерживать его не получится. Ведь Россия — это такая метафизическая сущность, которая только противостоит фашизму. Ну да, ну да. Доказательство уровня «Бог». Неудивительно, кстати, весьма теплые отношения между кургиняновцами и поповцами. Кургиняна, его движение «Суть времени» поддерживает... борется вот с этим с американским фашизмом на экспо, и борется лучше, чем все другие организации, которые у нас есть. Это факт. Это факт политической жизни. И поэтому, а как мы должны относиться к Кургиняну? Как к антифашисту. Коммунисты обязаны поддерживать антифашистов. Обязаны. И соответствующее заключение я вот отправил в Центральный комитет Российской коммунистической рабочей партии Виктора Аркадьевича, добросовестно разослал, что наш вот эксперт считает, что вот надо относиться как к антифашистам и поддерживать. Да-да, антифашист Кургинян, говорящий о том, что поддержал бы фашистов, и коммунист Попов, который все это дело поддерживает. Прелестно!